Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо меню вид убрать. Греха подальше. Блин, нет, Twitch, кстати, ничего не отвечает на это. Я попросил их снять мне предупреждение. Такие, мне вообще-то что-то... Но другой вопрос. Такое ощущение, как будто бот какой-то со мной разговаривает. Нет, вообще отвратительно. Эк. Блин. Там переключил. Ну и ладно. Обсуждаем. Мы высадились на острове и должны штурмовать крепость. Помню. Square Enix. Так, ну сразу с ноги получается, в подземелье врываемся. Блин, только у меня единственная проблема с пониманием в стране. Как они врываться будут? Это Эллурия? Ну это ужасно. Город был... сравнен с землей. А что насчет этого здания? Клод? Ожерелье, оно снова светится. Оно отвечает на глобус волшебства. Давай продолжим путь. Мы более не можем тратить время. Так а как вы, балбесы, открывать будете-то? Блин, там что-то... А, ID подтвержден. Освободить дверной замок. The enemy, is it? Time to settle this. Ой, опять эти мерзотные враги. Кое-что проверю. Блин, ну и я отстой, короче. Я одну игру не успел купить, когда она была в доступе, а теперь ее фиг найдешь, и мне... Один раз я видел на Авито за 6 косарей, но тоже не купил. В итоге... Поиск я оставил. За ним наблюдаю. А там какая-то мразь вечная. Я вам в цифре ее куплю. Без.
Вечно какая-то надежда у меня, а потом оказывается как облом. Так, я играем. Что за метеор ринг? Дает дополнительную атаку. Для комбо, что ли? Опять попробуем. Смотрим, что оно даст. Go, go, go! Be careful! Блин, как она медленно передвигается. Это отвратительно. Мне кажется, сейчас опять минус МП будет. Есть океанная статуя воина. Я побаиваю. Что? Совсем понял. You ready for this? We can win this. I hope. Sorry. Новая билка. Блин, может мне всегда за Клауда играть? Мне не очень нравится мульсет у этой девки. И мы ее, наверное, поменяем в итоге. Так, а я чё хотел? Чё хотел? Крафтинг, да? Нет. Я блоксмитинг открыть. Для этого надо кастомизейшн и алхимию. А, но у него блессинг маны нет, поэтому мы забьем на него. Хотя там композишн, да. Песня. То есть музыку надо типа качать ему. Теория. Проводил, да. Mm-hmm.
И тоже музыка надо. The enemy, is it? We better be careful. Energy arrow! Пять аж. Для пазла? Три а еще было. Какой-то скелет на троне, чего? Перете. А у меня нет смысла от этой информации, пока мы движемся беспрепятственно. Ooh!
say that's worth 10 out of 10. There's no way around it, I guess. Here goes. Double slash! Yeah, 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 oh! Energy arrow! Double slash! Yeah, yeah, yeah. Double slash! Ow! Hi-ya! Double! Я бегу, а она бежит. Почему она не может скилл применить, ё? Она должна метать говном. Какой беспонтовый персонаж. Серьёзно? Персонаж пойти, что ли, это, в гостиницу, поспать МП установить? Или не имеет смысла? Блин, наверное, их надо было прописывать. Ладно, пойдем в самое начало и с ним переговорим еще раз. Energy arrow! Down! Down! Down!
Блин, дайте я, кстати, обилки, наверное, попробую переназначить другие. Может, тогда нам будет лучше. Сейчас такие скажут. Нельзя вам выйти. Умирайте. Я так понял. Ё-моё. Да за что? Очень плохо. Так, а мы сможем бежать? Была, не была. Так, а отдохнуть через нее, правильно? Да. Правильно помню. Блин, что это я придумал? Если бы в Стиме была бы бесплатная раздача игр каждый день, а-ля как в Epic Game Store, то Steam мог бы бесплатно раздать Root Unchained, и в итоге все бы сразу бы стали бы стримерами. Но Steam не раздает бесплатные игры. Меня, да, в принципе, нормально. Я перестал гореть, потому что я был просто на грани. Стал относиться наплевательски, типа... Не мои проблемы, если человек не косячит. Ну, то, что я писал в чате. Потому что, ну, типа на работе, когда я там пересекся... Первым залом. Эльки говорят, не, лучше ему ничего не высказывать, потому что на предыдущем месте, где он работал,
Он там очень вкрылся кое-что сделал и так далее. Поэтому лучше не связаться, не обращать на него внимания, типа его проблемы были. Блин, жесть, Шарик, что, на работе тебе издельничаете? И почему на работе не работаете? Что у вас там за социальные... Какие-то тимбилдинги, то фифу какую-то играть, то еще теперь монополия. Так, я, пожалуй, все-таки это буду записывать. Ну, кстати, на работе людей мало, тихо и спокойно, но... Я пытаюсь книгу читать, но немножко прохладно. Первую книгу я прочел, она вполне себе, типа, кажется, запал есть, может разогнаться. А вот теперь я читаю вторую книгу в серии. Она прохладненькая. В итоге я уже читаю дней 5, хотя людей вообще почти нет, можно не читать. И я все думаю о том, как потратить премию. Сколько она будет, потому что непонятно. И зарплату скинули, теперь я думаю... А куда мне зарплату девать? Вот куплю наушники. Я могу купить себе коллекционку ISO Origin. Для плойки 4. А могу купить обычное издание, которое будет дешевле стоить. В разы. Нужна ли мне суперлимитка? Не знаю. С другой стороны, если мне собирать ISO на PS4, то мне придется искать посредника, чтобы с EBS заказать, потому что больше нигде нету нужного мне ISO другого. В итоге можешь просто терпеть, как я не знаю кто, и просто ждать, пока упадет премия, чтобы понять, какой у меня бюджет. И если что, купить шкафы. Отдай долг Ленину и больше ни на что не тратится. Если прям большая премия, то еще с Плеази чем-нибудь заказать. Короче, не знаю, у меня мозги не работают, и я не понимаю, куда мне деньги девать. В итоге они лежат, и у меня руки чешутся, потому что все очень много всего хочется, а вдруг денег нет, и надо, значит, как-то пилить бюджет и вот это вот все. ID confirmed. Releasing door lock. Вот. Но завтра я после работы с Лениным пересекусь, и мы еще съездим в этот мистер Хэд, про который Слим говорил. Я там 3 модели наушников померю. Придется поговорить с продавцами-консультантами. А потом мы пойдем, наверное, поедим корейские паровые булочки. Там есть какая-то закусочная, непонятно. Знаю этих наушников, где продают паровые корейские булочки. По 300 рублей одна штука. И потом домой поеду. Поэтому завтра стрима не будет. Ты хочешь с нами скататься? Наушники мерить? Это получается на новом Арбате где-то там этот, ну, мистер Хэт или что-то там вроде. Не, я просто не хочу один ехать. Поэтому я спросил Ленина, не хочет ли он скататься. Окей, давай. И посетил мне, собственно, даст. Приходишь? Пожалуйста. Получается... Блин, я не знаю, когда мы будем. Короче... Я в 17 заканчиваю работать. Я постараюсь в 17.10 быть на метро, которое у работы. Нового Арбата мне идет минут 40 ехать. Блин, сейчас опять труп будет, ну ёб твой рот, ну сука. Короче, надо аксессуары ставить, чтобы заклинание молнии шарахало слабее.
Чтобы мы не умирали. Ну вот и все. Пойдем опять, короче, хилиться, регениться. Блин, ну вот здесь битва опаснее тем, что... Ну, надо думать о том, какие элементы вот это вот все. Seems like a fight is in order. Так, надо, наверное, убегать. We can't hold out any longer. I'm out of here. Блин, будет очень грустно, если мы попробуем там булочки, и они будут невкусные. Так, от молнии. Элементал. А, ну это sacrifice. Sacrifice я не хочу. Блин, а молния это, простите, какой элемент? Винд? Ну что мне уменьшать-то? А у меня ничего и нет. Уменьшало. А кон это резист, правильно? Или подожди, ну-ка.
Говорят, это базовая защита. Угу. Как не уменьшишь магический урон, блин? Инту качать? Навряд ли, кстати. Меня разматывает. Дефенс. Он декс. Хал какой-то. Смотрел, все очень плохо. И что бывает? А в магазине чё? Спроси у Ленина, потому что он посчитал, по идее, в теории всё. То есть от моей работы нам ехать на метро 30 минут, можно в метро пересечься. И потом 10 минут идти пешком до где наушники мерить, а потом, когда уже намеримся, на обратном пути мы булочки поедим. Просто там два метро есть, которые ведут к этому магазину. Я не помню, через какой он хотел. Типа быстрее, чтобы доехать. Поэтому поинтересуйся у него, пожалуйста. Блин, жесть перекидывания ответственности, конечно. Одна арбатская, а другое метро, там какое-то другое есть. Потому что оно между двух метро идет. Если ехать с моей ветви, то проще не арбатскую, а через другую. А на обратном пути мы поедем через арбатскую, потому что возле арбатской паровые булки какие-то корейские. Они, кстати, замороженных подают еще, чтобы можно было домой нести их и приготовить. Блин, как они жрут МП? Я ему тактику поменяю. Вот, сейф спешл арт. И все, и нормально. И на нем прием уже использовали. Ну, ё-моё. Блин, на работе, кстати, есть такой момент, то, что у нас многие люди заказывают самокат и так далее. Люди некоторые соусы не едят и оставляют их. Эх. Или это с дня рождения начальника соуса остались. Короче, я сегодня кушал вполне себе еду, но я ее забафал тем, что была аджига. Аджика. То ли с доставки, которую уже не использует, то ли с дня рождения начальника.
Был приятный бонус на работе. I just figured out something new. Так, так, так. Сохранила. СТМ я, кстати, посмотрел, что это такое. То, что повышает количество МП восстанавливающих после битвы. Вроде как. Так что всем СТМ мы качаем. О, Блэксмит недоступен. Давайте посмотрим. Блэксмитинг. Давайте с Дамаскуса, наверное. Блин, теперь мне в апрайзинг надо. Броня хаоса. О, слушайте, а это лучше. Абсорбзовый рейндж. Блин, мне не нравится, что он нам поглощает. Моё хп. Так, ладно, надо еще Блэксмитинг покачать, но уже лучше, чем то, что мне дают. Можно скрафтить, если есть руда. Блин, а где маг, простите, я не вижу. Который скастовал то все добро. Парабола бим. Да, мы посмотрим на ее параболу. Сильно я сомневаюсь в этом. Кольцами стреляет. Так, нам записать 4D. The enemy, is it? We better be careful. Parabola! Yeah! Почему парабола? А, не дал скастовать ей.
Так, 1D. Да нет. Там же в докторе Хэдди Дир Хэд магазин. Там они и есть же, эти наушники. Я выписал 3 модели. Они, по-моему, только 2, кстати, которые поменьше. Мне, наверное, надо наушники без микрофона еще чего-то. Я сказал, какие. Твои то, что это, я читал, ну, я кидал то, что на Яндекс.Маркете, там все в негативе от них. Поэтому я такой подумал, блин, ну нет. Если уж смотреть, наверное, там есть отзывы, и там хорошие, плюс-минус. Так, 1D я записал. Кошачья лапка. Не. We got enemies. Seems like a fight is in order. Я параболу бим хочу использовать, отстанет меня. Кстати, в Доктор Хэдди там, если что, цены дороже, чем в том же ДНСе. То есть, я, как дебил, еду туда их померить, но покупать я буду, скорее всего, в ДНСе. Отвратительно просто. Принеси секретное слово. А, вот оно что было. За буквы. Сейчас я просто это. Мне надо на лимит транс зайти, я включил VPN, поэтому мне очень долго открывается твоя ссылка. Буквально секунду. Все еще грузит. Дорожно 10 рублей. Ага. А, ну там, кстати, я вот еще то, что кидал. SteelSeries Arctis. Третья, она дешевле в Доктор Хэдди или такой же ценник. То есть, если они зайдут, то можно и там купить, не париться. А так, там, например, Razer Black Shark, он дороже на 2000.
Блин, меня VPN не пускают на сраные вонючие Limited Run Games. Я пропускаю счет? This looks difficult. Be careful. Там другую страну видим какую-нибудь. Смотрите, если там наличие игра, и еще через день Казань. Можно вроде как игры с имитатиранами. Это фига дешевые наушники такие. Надо будет отзывы почитать. В основном в игровых наушниках ты, блин, платишь за странный микрофон ненужный. На звук жалуется. Может, ты кинул? Оно неоправданно кричит. Так. Дед. А, Дес, лол. Пароль Дес. Я собрал пазл. Топчика тебя открывает ли метод транс? Отличные наушники. Действительно. Ты можешь зайти на Limited Run Games Games через VPN? Я не могу через VPN зайти на Limited Run, чтобы чекнуть, есть ли там в наличии у них игра. Cure all!
They were just way too weak. Very nice. Там иногда в названии end пишется через ну символ не словами end, а end понял. Я забыл, как он называется. Shift 7. Господи, как он? Амперсант? Да, это амперсант, господи. Жесть. Чё вспомнил? Или проще фейри забить и смотреть, оно есть или нет. Так. Дат. Нет ничего более судьбоносного и определенного, чем сама смерть. Получено ключ карты. Отличненько. Можно подсказки стирать. Пойдем захилимся, да сохранимся. Лишним не будет. We got enemies. We can win this. I hope. Блин, там ее бьют. Потому что она была на limited run. Вроде как. Не, она на PlayAzi тоже была, но ее и limited издавали в какой-то момент времени. Короче, мне надо найти где-то это дерьмо в продаже. Блин, а если я вобью чайный спаладин 6, мне что-нибудь Авито выдаст интересно? Не, я вообще ничего не думаю. Oh, блин, опять мерзотный монстр. Be careful. I'm out of
Блин, ее там не было, значит. Пал собаки. Блин, а у Исофт Ази есть ли свой магазин, интересно? Так, сайт есть. Где купить на Play Asia? Сука. Придется на eBay как-нибудь ее доставать. Кучу денег. Ой, кал какой, господи, калище. Блин, на eBay ничего нормально нельзя купить. Либо надо как-то думать, как это сделать. Я понятия не имею. Потому что если ты оплачивал через PayPal русский на eBay, то тебе кидают запрет на то, чтобы ты не мог менять адрес. То есть для того, чтобы заказать с eBay сейчас, в данный момент, тебе нужно зарегистрировать новый аккаунт, если ты раньше платил с русской палки. Я оплачиваю, черт пойми, чем. Интересно. Он вроде как киви должен есть, а вроде и не ест. ID confirmed. Releasing door lock. We got enemies. We can win this. I hope. Ow! Rocket! Punch! Dragula! B! Привет, игра. С наступающим. Я все еще ни от кого не слышал, что кто-то кому-то говорил с наступающим. Кроме тебя. О, наверное. Я как-то не обращаю внимания. Так. Говорят и говорят. Пожелали и пожелали. И больше. Блин, я вот думал, может быть, психануть и не играя же RPG, когда бы пойти еще что-нибудь придумать. Нет, хоть сработанный час. И спать пока. Просто засыпаю, когда стримлю. Это ужасно и отвратительно. Вот завтра стрима не будет, потому что я завтра поеду наушники тестить. Так, с митинга, с этих дизайнов. Рип, что ли?
Не, шарф, мне нормально все с ремонт. Так, кузнечество. Ох, все еще развито. Музыкальный редактор. О, так что стрима не будет именно что завтра. А у тебя как успехи? Я вот жду премию и хочу понять, сколько она будет, чтобы мне бюджет распланировать. Мне бы хотелось, чтобы ее дали как можно скорее, чтобы я мог понять, надо ли мне заказывать карту под JRPG. Или они не успеют привезти до Нового года. Прыгаю по стенам. Uncharted — это хорошо. Особенно если играть с первой по четвертой, ну именно в порядке выхода. Потому что в четвертой части там прям подытоживание идет всей вот серии. И там прям, ну, прям вот очень хорошо. Там прям, я не знаю. Все довели до идеала. А я уже проходил Uncharted на стримах, все четыре части. Единственное, нам надо будет пройти Uncharted на Vita, но пока не хочу. А, еще Uncharted, который этот, не номерной, на PS4, у меня он тоже валяется. Lost Legacy, по-моему. Его тоже нам будет пройти, но хз когда. Ну, так что частично... Uncharted пройдены. Все было. Я даже там платину видел. Во всех четырех частях. И проходил на тому сложном уровне сложности, не стримов. Эх. Вот мне заняться нечем. Блин, я вообще на самом деле удивлен, что со мной было не так. Потому что я на NES'е никогда не играл в игры. Я такой подумал, блин, а пусть там было бы поиграть на NES'е. Там прикольно, вроде игры есть, Dragon Quest 1 и так далее. И такой подумал, блин, ну... Так, что там на NES'е? А давай-ка первой игрой я пройду Ghosts and Goblins. Зачем? Почему? Это моя первая игра на NES'е. Это Ghosts and Goblins. Причем самое смешное, что мне в какой-то момент повезло, по-моему, в первом кругу. Там же надо пройти два раза игру, по сути. Когда я проходил первый раз игру, на боссе там был дабл килл. Босс убил меня, а я убил его, и мне засчитали. Там жесть была. Блин, вот этот враг, он отвратителен. Вот и дом. А там, по-моему, last level trial. Двое суток, что ли. По много часов. Можешь посмотреть, кстати, GGG но Китара на PS1. Я последний уровень траил примерно часов в 10.
Не, с руками нормально, просто там микрофон был другой, когда я еще в Ghosts and Goblins, и там он не был отбаланшен и так далее. Там он был от наушников старых. И если это вообще музыки нет, там идет такой очень сильный. Так что там геймпад бы и не было бы слышным, просто он был сверхчувствительным, так сказать. Вот, так что если хочешь это, превозмогание, прохождение одного уровня раз за разом, монотонно и упорно, проходить только его на протяжении 10 часов, это GGG на китара на PS1. Вот тогда у меня руки болели, прям. Блин, я нам был налево идти. Там же этот терминал Apple Town. У меня еще руки болели, когда я проходил Фури. Там просто управление такое, что руки болят. Там надо очень аккуратно играть. Вымеренно. А так больше у меня руки никогда не болели. Я хочу себе посмотреть, сколько мне МП восстанавливают. Все время забываю. В общем, да, спустя сколько, 5 лет стриминга, я вообще не представляю, как я бы сейчас бы прошел Ghosts and Goblins. Хотя я, в принципе, их помню и могу, наверное, за сутки пройти. Здесь есть лут в толпе, своего рода карту. Я думаю, что ключ карты, который мы нашли ранее, может сработать. Кенни, пожалуйста, ответь. Ты это слышал? Странно. Это Калнус. Лод, я думаю, оно из кармана исходит. Нет ничего в моем кармане. Я думаю, там что-то послышалось. Конечно, работает, но почему сейчас? В чем дело, Клод? Слушай, Рену. Не против, если я смотрю данный этаж немного? Меня кое-что здесь беспокоит. Конечно, коль хочешь, Клод. Просто помни, что у нас не так много времени. И они все равно за мной вязались. То есть мы, по сути, должны отойти от них, чтобы поговорить по радиоприемнику, но нет. Они сюжетно залезли в меня. Касту на геймбое клевые. На Адвансе. А на геймбое нам еще надо их пройти будет когда-нибудь. Чтобы я потом мог похвалиться. А, блин, там еще куча говна. Там есть кастлвания на досе. Потом Haunted Mansion. Или Haunted Castle на PS2. Random of Blood. Dracula X. Кастлвания Judgment. Трилогия Lord of Shadow. Кастлы еще кушать и кушать. Что это за место? Рена, что это? А? Твое ожерелье светится? Нет?
Не думай, что оно сейчас светилось. Ответьте, мой коммуникатор. Лодис, номер 00290, Калькус, радионаты, что там, Клод. А, что? Перемещение 10, 9, 8. Подождите, нет, я не могу так уйти. Отойди. Начинаю перемещение. Тебя поймают. О чем ты говоришь, Клод? Клод. Что это? Что происходит? Клянусь, что я вернусь. Вернешься? Куда вы... Куда ты уходишь? Внезапно. Клод. А, непонятные игры. Все в последний день узнаю. Ох, Клод. Я буду ждать тебя здесь. Ориентировочно 31-го не работаю. Я, скорее всего, строю стрим распаковки JRPG. Куча новых игр привезенных. Ну и старые еще раз покажу. В январе, наверное, 4-го и 5-го будем работать, но это не точно. Как приказ подпишут. Клод! Отец Курзен, Клод. Почему без предупреждения вы меня перенесли? А что если кто-то стоял возле меня? А ты ведь прав, и извини. Успокойся, Клод. Адмирал просто хотел вытащить тебя оттуда как можно скорее, и нечего злиться из-за этого. Я знаю это, но все же... А может, нам придется... неделю в красные дни работать. Просто в теории мы не должны работать в эти красные дни, потому что когда мы в них работаем, нам ставят их как не работал, и в итоге тебе за это дополнительно не платят, и в итоге тебе дают отгул заместо того, чтобы платить. То есть они в графике работы ставятся как, ну, нерабочий день. Однако нет, вы должны идти и работать. Чё вообще? Полный кал, короче. Вот, поэтому черт его знает, как в этот раз поступят руководители. Но есть подозрение, что будем работать, потому что им нужны деньги, потому что надо работать в темной бухгалтерии и свои большие икры покупать черные и давиться ей. Руководству этому клятому. Я знаю это, но все-таки мы просто переживали о тебе, не знаешь, ты исчез среди нас, и я рад, что ты невредим. Ты ранен? Нет, сэр, я в порядке. Первая работа? Ну, у вас график, он другой немного. Мы-то работаем как стандартные это, и мы... Ну, и вы являетесь важными людьми, прям важными. А мы отделение регистрации машин. Вот что изменится, если 31-го мы не будем работать? Кто-то не поставит машину себе на учет? А что изменится, если мы будем работать 4 января? Или 3 января, который красным днем является? Кто-то от этого умрет, что он не смог на себя машину поставить? Мне кажется, нет. Это не дело срочности. К тому же есть отделение ГАИ, которое работает 2-2, и на них праздники не распространяются вообще. А мы пятидневку почему-то должны работать. Что за бред? Короче, рот шатал начальство. Надеюсь, что у них все будет плохо. Потому что... Да. Нечего издеваться над простыми крестьянами. Нет, сэр, я, в общем-то, в порядке. Отлично. Надо полностью тебя проверить, чтобы полностью убедиться, что с тобой все хорошо, ведь никто не знает, какие вирусы ты мог подхватить. Секундочку, мне нужно кое-что сделать. Можешь мне рассказать об этом позже? А мне нужно, чтобы ты пошел на мостик. Отец, подожди, я не могу быть здесь прямо сейчас, пожалуйста. Нужно отправить меня отправить на Экспел. Экспел? Планета, на которой я только что был.
Круто, что ли? Это не развитая планета там. Нет, не забудь, мои друзья в опасности, мне нужно вернуться к ним прямо сейчас. Ну, Клауд, успокойся, ты ведь помнишь? Ты же чему-то научил в школе офицерской, несмотря на обстоятельства, не позволено вмешиваться или влиять на неразвитые планеты. Ай, пожалуйста, отец. Кенни, передовой, должен доложить на мостик, таков приказ. Отец. Пойдем, Клод. Блин, он все-таки пошел. Но он сам, видимо, координат не может. Тебе довольно повезло, Клода. Когда мы получили сигнал бедствия в системе Аркура, мы были в шоке. Система Аркура. Здесь масса высокой энергии, которая проходит через систему Аркура раз в 7000 лет, и мы отправились сюда, чтобы наблюдать за этой массой, и получали сигналы различные. А масса высокой энергии — это что-то схожее с глобусом волшебства. Адмирал, планета 4 пропала с орбиты, и она начала двигаться массовой энергией. Текущая траектория... в текущей траектории оно столкнется через 8 минут. Что? Отец, что происходит? Успокойся, Клод, ты ведь офицер Федерации. Можешь, не позволь эмоциям взять над собой верх. Взгляните на дисплей, адмирал. Это лишь вопросы времени до того, как их пути пересекутся. Большая энергия. Достаточно, чтобы не служить планете 4, не оставив даже пыли в космосе. Нет, почему это происходит? Клоды. Разве ли не глобус волшебства опять что-то творит? Отец, мне нужно вернуться на Экспо как можно скорее. Мне нужно помочь моим друзьям. Ты с ума сошел? Разве ты не слышал то, что я только что сказал? Планета 4 скоро станет историей. 75 минут до столкновения. Извини, Клод. Так я не позволю тебе вернуться. А вам премии обещают, Игорь? Кстати говоря... А можем ли мы как-нибудь столкнуть Эксель обратно на ее изначальную орбиту? Ничего не можем сделать. Забудьте об этом, Клод. Клоды. Тогда позволь мне попрощаться с остальными. Я сражался вместе с ними все это время. И напоследок хотя бы. Прощаться. Ты ведь понимаешь меня, отец, только не говори мне, что друзья, которые у тебя были, друзья, с которыми ты сражался тогда, но их не помнишь. Ладно. Ну, раз ты так решил, отец. Адмирал. Траектория обновлена, 70 минут осталось до столкновения. Отличненько. Значит, у нас более чем достаточно времени. Мы вернем тебя за 5 минут до конца, будь уверен, что ты полностью отойдешь от остальных. Понял.
since I last saw you. Ты очень сильно вырос с тех пор, как я последний раз тебя видел, да? But let's talk later. I'm sending you. Мы поговорим позже, я отправлю тебя, спущу вниз. Но сегодня пришла госинспекторам премия, а нам просто зарплата пришла. Отец, спасибо. Идея должна быть, все о ней говорят. О том, что вот премия, да, должна быть. В прошлом году она была 27-го, по-моему, числа. Ну, здесь я должен находиться. Клод. Он исчез прямо не здесь передо мной. Как? Почему? Поэтому я сижу и думаю, сколько нам денег дадут и как мне их распределить в плане покупок. Сижу, страдаю. Там же РПГ купить, шкафы купить, наушники купить, долги отдать. Копилку кинуть, деньги. Проценты тикли. Клод. Клод, где ты был? Извини, что я заставил вас переживать. Почему ты пошел сам так? Почему бы тебе не обращать внимания на чувства других людей? У нас еще была антикоррупционная премия в другом году. В итоге инспекторам ее дали вчера, а нам не дали. В итоге, типа, значит, нам надо заниматься коррупцией. Хотя коррупция у нас в основном занимается госинспектором. Им дают премию против антикоррупции. Удивительно, конечно. Мне жаль, очень жаль. Забудь. Нам нужно выбираться отсюда. У меня нет времени объяснять, но мы должны покинуть этот этаж как можно скорее. Ладно. Okay, I'm ready. Хорошо, я готов. Клод. Yep, my communicator. I don't need it anymore. Да, это мой коммуникатор, мне он более не нужен. Рейна. Рейна, ты уже придумал, как премию потратить? Welcome back, Клод. С возвращением, Клод. Thanks, Рейна. Спасибо, Рейна. Идите, он батю обдурил. А он же теперь не вернется, им получается надо на землю лететь. Эти 5 минут, отлично, давайте его возвращать. Блин, там они опять мистранслейт был, там не через... Ой, не за 5 минут до конца, а... За 5 минут. Дадут и потом телепортируют. Какого черта, адмирал? Нет никого в точке перемещения. То, что произошло с ними. Единственное объяснение это то, что он свой коммуникатор убрал. Ну, у тебя печально, да. Все деньги в ипотеку. Ох, нет, немедленно отправить команду спасения. Я хочу его вернуть. Используйте силу, если будет необходимо. Но, сэр, у нас лишь 60 минут до столкновения. Используйте любое время, чтобы это найти. У нас много времени еще до столкновения. Пожалуйста, адмирал, вам нужно успокоиться. Да, у нас все еще 60 минут до столкновения. Но гравитационная масса энергии там взорвет. Я даже представить не могу. Уровень космической радиации, которая эта масса, скидывает сейчас на планету. И вы подвергнете команду опасности ради собственных... Ну, блин, забыл слово. Какое-то хорошее слово придумал, забыл. Ради... Ну, из-за собственной...
Короче, причин, ладно, пускай и так будет. Извините, я не должен был терять, ну, рассудок. Блин, а интересно, куда дальше сюжет повернёт? Как надо предметы использовать? С митинг алфандилон. Опять это чертило. Ты. Кучка глупцов везучих. Я не думал, что кто-либо из вас выживет после падения с корабля. Ты убил тысячу, а теперь ты ответишь за это. Ох, правда? Ну, жаль. Но я не позволю вам пройти дальше. И эта башня станет для вас могилой. Южный крест. Хоть не кулак, хоть не, ну да, хоть не кулак северной звезды. Там южный крест был, кстати. 5000! Ебать, урон. Спамлю без остановки.
Как ты можешь быть? Как вы можете быть столь сильными? Блин, наверное, надо сохраниться. Три двери. О, Мурамас, это меч. Только для кого? Нет, такого персонажа нету. Что я хотел сделать? Ломас. А, идентификацию не надо. Прайзинг. Там какая-то броня не опознана. Может включить его заклинание? По-моему, что-то много МП тратит. Блин, а можно назад? Сундук, кажется, пропустили. Что это? Секундочку. Вот, должно быть, это глобус волшебства. Не двигайтесь. Стойте, где стоите. Идите, а вот кто? Почему эта девчонка обладает квадратным ключом? Единственный ключ, который существует, чье ядро, которое мы создали и кристаллизовали. Кто вы такие? Берегись. Клод, я же сказал тебе, стоя где стоишь. Их много. Мы знаем, что ты можешь понимать нас. Клод, stay with me. Клод, со мной. That healing power. Are you in need? Лечь сила. Ты Нидиан? 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 О чем ты таком говоришь? Кто ты? Боже, боже, как не цивильно вы, люди, должно быть. Недоразвиты, как эта планета. Но и сразу же впадаете в ярость.
Сейчас, секунду. Нет, да, из того, что я могу сказать, этот мальчик не Экспеллиан вовсе. Я бы сказал, что он, вероятно, с Земли. Простите мою грубость, однако что земляне так делают далеко... на границе Вселенной? Я случайно своего помощника закрыл по переводам. Я не могу понять данного риска. Вообще не понимаю, о чем вы. Землянин, Вселенная, Клод. Нет, я сомневаюсь, что вы что-либо из этого понимаете. Позвольте мне объяснить, этот мальчик рядом с вами. Он не из Экспелла, и он... Ну, его родная планета другая. Другая планета? Да, звезды наверху, эти звездные тела, которые вы считаете обычными точками света, дома различные вариации живых существ, Земля и Экспелл. Это две из таких планет, однако... это не важно, мы же из НД, как и ты. Я с Нида, как и вы. Не слушай их, Рена. Что вы тут делаете? Вы те, кто хотите уничтожить Эллурию? Я не вижу причин рассказывать тебе о наших планах. Что? Помимо этого, вы опоздали. Эта планета уже идет на столкновение с ним. Даже если мы расскажем вам все, вы все равно не сможете остановить нас в данный момент. Столкновение? Зачем вы это делаете? Вы пытаетесь уничтожить всю планету? Хе-хе-хе-хе-хе. Что такого смешного? Хе-хе-хе. Что может уничтожить планету? Это приведет, вернет нам себя галактику? И хотите захватить галактику? Да, я думал, что какие-то насекомые вроде вас смогут этого понять. Время близко, дело минут, и эта планета столкнется с Ниде. Почему? Почему выбрали эту планету среди миллиона остальных? Эта планета расположена, ну, самая ближайшая на орбитальном пути НД. Других причин нет. Наш инструмент, квадратик сфера, это вещь, которая в вашем мире. Вот почему мы используем для того, чтобы сместить планету с орбиты, и поэтому она и столкнется с НИД.
Мы даже и без понятия, почему квадратик ключ, он на этой планете, а наши планы. Ну, ускорились на сотню лет, благодаря тому подарку судьбы. Что за ключ квадра? Блин, как лучше квадратик переводить? Четверной? Квадратичный? Квадратичный ключ? Что это за ключ такой квадратичный? Это кристаллизованный символический камень. Вы называете его камнем энергии. То, что тот, что висит у тебя на шее, вы имеете в виду это ожерелье? Но почему? Это оно идеально резонирует для мьян, такими как вы. У тех, у кого он есть, и лишь мьяны имеют знания, чтобы создать этот квадратичный ключ. Достаточно этого. Через секунду вы все умрете. Нет, если я помогу, я остановлю всех вас и остановлю это безумие до того, как станет еще хуже. Извини, что разочаровываю тебя, однако даже если одолеешь нас, судьба Эксквелла уже в забытие. Не узнаешь, пока не попробую. Так ты действительно столь глуп, эй, ты иди и разберись с ним. Ну, ты выжелал смерти, парень. Полагаю, мы можем давать им доброту и безболезненно убить. Позвольте мне позаботиться об этом. Я сам смогу справиться. Блин, действительно на Робокопа похож. Я Метатрон, 10 мудрейших людей. Сражение со мной — это будет величайшим достижением для тебя. Хорошо. Блин, надо было сейвиться. Всё, бебе, да? Минус вся мана. У меня изображение поломалось. Отличная работа, однако я боюсь, время игр закончилось. Видите, мы теперь внутри радиуса телепорта планеты Ниде. И поэтому я должен прощаться с вами, неудачники. Ронекс. Я отвернулся от миллиона людей и своего собственного сына. Это столкновение — результат естественных причин,
Необычным бы они не были. Я знаю, ваш собственный ребенок был во всем этом, однако, боюсь, ничего нельзя было с этим сделать. Это неизведанный регион пространства, адмирал, и нечего сожалеть об этом. Курцман. Клод went down there of his own volition. Клод. Ну, сам принял свое решение, вот почему он и желал. А, вот чего он. Ну, этого он и желал с момента, когда мы перенесли его назад. Мы все знаем, что мы ничего не могли бы сделать, чтобы спасти эти миллионы, и эта планета была обречена на вымирание с самого начала. Черт, почему наука столь бесполезна? Все хорошо, и мы вернулись на Нид. Однако эти малявки присоединились к нашему перемещению. Мы не могли этого предотвратить, ведь они были рядом с нами, и это наша вина, что мы не смогли их убить. Ох, лол. Ну, вы хотите умереть? А, вы хотите, чтобы они умерли, но они приземлились, похоже, далеко. Оставь их. В данный момент они бессильны. И это правда. Их дни сочтены. Но девушка Нидиан беспокоит меня. Что она делала на той планете? Я не знаю. Полагаю, ее нельзя сбежать из Нида, не в текущем состоянии. Она всего лишь девчонка, единственная девчонка, которую едва ли можно назвать проблемой для нас. Итак, значит, все идет согласно плану? Верно. Но мы не можем относиться к этому с рукавом. В общем, кое-что должно начаться. Да. Where am I? Is this heaven? Где я? Это небеса? Рейна, you all right? Рейна, ты в порядке? Oh. О, Клод. Клод. Do you have any idea what we're doing here, Клод? Есть ли у вас мысли, что мы здесь? И сделаем, Клода. Я не знаю. This wouldn't be like heaven, would it? Это ведь не небеса. No. It's not heaven at all. Нет, это определенно не они. We're on the planet Need, in a place called the Outer Gardens. Мы на планете Ниды, и это место называется Внешним Садом. А откуда она об этом знает? This is Need? Это Нид? Oh, no. Ой, нет. Рейна!
Рена. Are you all right? Ты в порядке? I'm fine. Я в порядке. Ты в порядке, я в порядке. Сюда. Рейна, what's going on here? Рейна, что здесь происходит? Я не знаю, все, что я знаю, что мы должны идти сюда. Рейна, ты думаешь? Ну, может быть ли это из-за того, что ты Нидиан? Не могу сказать, однако, что такое в воздухе, что заставляет меня чувствовать спокойно. Я чувствую, что все мои переживания улетучиваются. Как будто я знала это место с тех пор, как я была еще молодой, точнее, юной, ребенком. Вот почему я думаю, что мы прямо сейчас на Ниде. Ах, да. Как они там... Они называли твою родную другую планету, Клод? Я был очень несчастный, каким-то образом перенесся оттуда на Экспел. И затем толкнулся на Рейну с ученым лицу. И вот в итоге я оказался здесь. Ох. Да какая разница? Не важно, откуда ты. Ты ведь все еще Клод. Это вовсе не изменить. Да, спасибо. Ничего мы не добьемся, если будем просто здесь сидеть. Так что давайте оглянемся. Как думаете, что с остальными на Экспеле? Не очень хорошо. Не сомневаюсь. Ведь никто не мог выжить после того столкновения. Не переживай, я уверен, что с ними все хорошо. И они ждут не дождутся, когда мы вернемся к ним домой. Рена? Я уверен об этом. Да, она права. Вот почему мы должны двигаться дальше и выяснить, что же здесь происходит. Точно. Что это такое? Похоже, какое-то устройство. Please, come inside. А, пожалуйста, войдите внутрь. Who are you? Кто ты? I mean you no harm. Just go on inside the transport. Я не причиню вам вреда. Просто войдите в переместитель. И все вам станет известно. Я нахожу сложно доверять. Ну, я сомневаюсь, что это надо доверять, однако... Может быть, что-нибудь скажешь по этому поводу? Давайте попробуем. Рейна? Рейна? Right. Все в порядке. Что-то в этом голосе. Like ощущение, словно я могу ему доверять. Well, if Рейна says so, then I suppose... Ну, если Рейна так говорит, то полагаю, мы можем ей довериться. Вперед же. Я вам подумал, что я хочу спать пойти. Но прикол в том, что я не усну.
Where is this? Где это мы? Wow. Я не знаю. О, это место странное. Well, might as well get out. Но... не знаю, Шарфик. Так, ну, возможно, вероятно, да? Мне хочется диски все отсортировать и на видосик записать. Увы. I have been waiting for you. Я ждал вас. That was your voice before. Это ваш голос был раньше. Ранее. It was. I am the one who brought you here. Я тот, кто привел вас сюда. Меня зовут Нелл, и я являюсь мэром Центрополиса. The Centropopolis? Центропополис? We are on Need, aren't we? Мы же на Ниде, верно? Oh, this is Need, all right. The Centropolis. Ох, этот Нид, верно? Центрополис. Один из больших городов Нидл. So, do you people have Итак, есть ли у вас мысли, почему вы прямо сейчас на Ниде? I really don't like saying this, but no. Не хотелось бы этого говорить, но не знаю таки. Мы сражались с этими странными людьми на вершине башни Валурии. И следующее, что мы поняли, так это то, что оказались здесь. Вы, вероятно, переместились сюда с теми людьми, когда они возвращали себя на Нид. Кто, черт возьми, эти люди? Это группа, которую мы называем Десятком Мудрецов. До того, как я объясню, кто они такие, я должен вам объяснить то, что вы ошибаетесь в... каком-то плохом прошлом. About 3.7 billion years ago. 3.7 миллионов лет назад Нид был планетой. Meaning what? It's a planet now, isn't it? Это ведь сейчас планета, ведь так? Нид сегодня не планета вовсе. То, на чем мы стоим, лучше называть энергией Нида. Искусственная планета, окутанная высокоэнергетическим полем. Так, буквально секунду.
Пока, Игорь. Так, что там? О, должно быть, вот что отец называл высокоэнергетической массой. 3,7 миллионов лет назад планета Экспелл не существовала в космосе. И даже в то время люди Нед, ну, владели знаниями магическими, но с которыми даже другие планеты не могли приблизиться. И в результате Нид смогла получить контроль над каждой планетой в галактике. Но Нид правила не силой. Записи говорят, что у них была модель экономического содействия. Почти живая утопия. Однако даже почти в будущей утопии жили те, чьи были, у кого были злые помыслы. И они назвали себя десяткой мудрецов. Они не были заинтересованы в межпланетном действии. Они желали всю галактику взять под свои железные кулаки. 10 фанатических безумцев развязали завоевание, сперва захватив контроль Нида своей невероятной силой. Одно за другим города Нида пали под силой их кубой. Тот, кто отказывался быть преданным, был казнен. И они не показывали жалость никому, ни женщинам, ни детям. Армия Нидиан пытались от всех сил, но были полностью подавлены ошеломляющей силой мудрецов. Их буйство было по всей планете, но оно не продлилось долго. Армия Нидиан призвали, собрали оставшиеся силы и отчаянно дали им отпор. Спустя неделю отчаянного сражения они наконец-то успешно одолели эту десятку. И в качестве их наказания десятки мудрецов были бесконечно пространство сосланы. Тюрьма, из которой не существует выхода. И это была полная победа сил Нидианов. И в процессе Нидианы наконец-то открыли свои глаза касательно той безграничной силы, которой все это время владели. И даже если мы никогда не просили технологические умения править на Вселенной, оно было у нас под руками. Если 10 мудрецов вернутся, чтобы достичь нас, Нид опять погрузится в войну. И никто этого, конечно, не желал. И после долгих конференций, вновь поднятый мир, доктор Лантис предложил решение всему. Мы решили запечатать наши силы, чтобы положить конец прогрессу, которому мы достигли. Ох, лол. Планета Нид была уничтожена руками Нидианов, которые жили там. И так все население было перенесено на энергию Нида, которая была обезопасена высокоэнергетическим полем. Эта энергия покрывает эту планету и запрещает доступ извне или изнутри пространства. И с этим мы были отрезаны от всей Вселенной. Остальную часть истории вы знаете. 10 мудрецов сбежали своего наказания в пустом бесконечном пространстве. Как они смогли сбежать, как они смогли прорваться на планету Экспелль. Однако факт в том, что они вышли из бесконечного пространства, и теперь они вниз вновь, и их цель — это абсолютное доминирование над галактикой. Фига себе. Итак, это была десятка мудрецов. Да, их ведет всемогущий Габриэль, военным советчиком Люцифером, и под их командованием оставшиеся 8 мудрецов.
которые ведомы кем-то, его боятся. Вы можете больше о них узнать в базе данных библиотеки, если вы будете в этом заинтересованы. Вы заметили ведь, когда они вернулись на эту планету? Да, но в момент... Ну, это был момент, когда орбиты эксплели чертам. Однако уже было поздно, что делать. Ну, была неустойчива орбита. Так, почему вы привели нас сюда? Поскольку у вас есть потенциал. О чем вы? Пока мы говорим, 10 мудрецов готовятся захватить галактику, и они начнут с энергии нит, однако мы попросту не имеем силы, которая была у нас когда-то, сила, что уничтожала измерения одно за другим давным-давно. Так вы просите нас помочь? Верно. Силы, что нам нужно, и 10 мудрецов идентичны. Все, что нам нужно, так это другой вид силы? Другой вид силы? О чем вы? Думаю, у нас нет выбора, раз мы уже здесь. Если 10 мудрецов желают захватить галактику, тогда рано или поздно после они бы пришли после экспеля рано или поздно. Никаких возражений. Ну что ж, звучит здорово. Спасибо за вам. Мне очень жаль то, что я так резок, однако нам нельзя не терять времени. И я должен действовать быстро, решительно. Что же нам тогда сделать? Первое, что вам нужно, это режим перемещения. Аниду. Разве не для этого транспортера? Они установлены в нашем главном правительственном здании. Помимо всего этого, мы используем летающих существ символогичных, известных как псенарды. Если отправитесь на север Центрополиса, вы прибудете в северный город. У них есть ферма по взращиванию пинардов. Дом называется, уверен, любой может вам на него указать. Найдете много еще знаний о истории Нида и о технологии внутри. Спасибо вам. Ну, полагаю, нам пора посетить северный город. Рена, откуда вы знаете мое имя? Мне нужно кое-что обсудить с тобой лично. Можешь ли ты на секунду задержаться? Конечно. Интересно, а о чем там Рена говорит? We probably shouldn't be thinking about it. Возможно, нам это не важно. Ну да, но... Рейна's about to face up to herself for the first time in her life. This isn't something we can really help her out with. Ну, что-то Рейна столкнулась с происхождением. И мы еще не можем помочь ей. Клод. Клод. Извините, что заставил вас ждать. Oh, not at all. Да, вовсе нет. Тогда возвращаюсь к своим обязанностям. Sorry, I kept you waiting. Извини, что заставил вас ждать. No, no, it's all right. Да нет, нет, все хорошо. Рейна, listen. Рена, послушай.
I'm all right. Рейна? Я в порядке. Рейна? Let's go. I need to find my answers. Мне нужно найти ответы на вопросы. Right. Точно. Our first stop's going to be North City, right? Первая наша остановка — Северный город, верно? Это прямо на север Центрополиса, вроде бы. Да. Пожалуйста, не заходите за стойку. Блин, а вот высокоразвитые технологии пошли. Блин, довольно забавный сюжетный поворот на самом деле. Там вызнание в измерении, столкновение планет, нас сюда переместили. Вот все. Хотел бы. Записали вживую сражение с 10 мудрецами. Есть отговорка, что мой файл пропал. Видение, может быть, и быстро, однако не всегда там факты. Нужна отчетность. Все технологии в мире. Не сделать из тебя хорошего журналиста. Писата. Да, там охотники за информацией ушли. Слышали ли вы о веселом городе? Этот город как парк развлечений. Это отличное должно быть место. С первого раза, когда вы в городском холле, пожалуйста, осматривайтесь. Походите. Добро пожаловать в Сити Холл. Я вас, ну, направлю в каждое здание. Ну, не фабрику, а предприятие, наверное. А, оно по этажам распределено. Центрополис. Управляет всей планетой, и это наша гордость и слава. Сложно, энергедит. Ну, очень много воды на этой планете, поэтому если вам нужен, то вам нужен псинар. Северный город известен тем, что производит этих птиц. Я слышал, что различные веселые вещи есть в веселом городе. Хотел бы я туда пойти. Блин, я думаю, там казино будет. Если сможешь удержать псинал, то рекомендую полетать по Energy Need. Ихи. Я слышал, 10 мудрецов вернулись. Однако что же случится с Energy Need? Центрополис — это большой город в НИД. Там большой город в НИД. Ох, есть. Они видели меня. Ты еще кто?
Не? Who was that woman? Что это за женщина была? Мне еще два слота, кстати. Гигантский кукла-кролик, на нем вывеска. Гонки кроликов. Уже недельно в веселом городе. Так. Гостиница. Мне устанавливаться не надо. Предмет мне здесь не найти, да? Здесь 5 этажей счастья. Или вы коктейль? Нравится здесь коктейли, они вкусные. Нравится атмосфера. Синяя луна. Элегантный вечер с тобой, дорогой. А, о, мой дорогой. Ну, я думаю, мы пришли сюда, чтобы расслабиться. Не знаю. И хочешь ли ты приударить за той цыпочкой? Эй, магазин оружия! Да, книга хуже, кстати. Магазин еды. Наш магазин может приложить только высококачественные продукты и блюда. Давно мы готовкой не занимались в этой игре. Опять, наверное, будет МП устанавливалки купить. Блин, что там? Академик на северный город. Вармлок за оружием. Для расслабления в город веселья. Ооо, вот это для алхимии нужно. Чтобы алхимический камень есть что крафтить. Он позволит. А его, наверное, можно продать. Если получится. Если здесь система денег так же работает, как в предыдущей части. Я не помню, как она там правильно работала. Песни писать, так, для прайзинга. Короче, штука для алхимии купил. Блин, интересно, здесь есть Axis 3 Ace? Копить на нее не копить. А у меня все это есть, насколько я знаю. Странно, что я не думаю, что у меня денег нет. Потому что тут довольно их много дают. Знаешь, это я собираю специальности. Критерии, чтобы их получить, судя по названию. Нужны нечто больше, чем обычная специализация. Ну, мы их открыли, это бэксмитинг, вот это вот все. И нечего дело.
Ну, пока тут в Сент-Тропесе, проверь все магазины. Только я должна ждать его под этой лампой. Были ли ты все доступные навыки? Лучше проверить на всякий случай. Энергионит — это планета богатой культуры и технологии. Я не могу ставить. Этот предел может уйти. Ох, етить. Фига себе, они придумали как. Кругло это... Тёмнул под сферой. И мы будем по ней летать. Блин, прикольно. Внезапно мир выглядит не так, как обычно. Не вижу никого, кто нес бы дракона на своей спине. Ой, дурак. Так. Город вполне себе ничего. Место потрясающее, и Клод, что ты думаешь об этом? Стоп. Почему он побежал к ней? А, он просто перемещается. Я испугался уже. Так, Рен надо найти теперь, правильно я понимаю? Блин, она походу в гостинице лол. Или нет? Блин, а я ее здесь не вижу. А вот. Клод, can I have a moment with you? Клод, можно ли тебе на секундочку? В чем дело, Рена? What's up, Рена? Well. Но я уже тебе сказала о том, как меня обнаружили в священных листах, когда я была ребенком. Верно. И полагаю, в итоге выяснилось о том, что я родилась на этой планете. Я отличаюсь от всех остальных. Моя родная планета, сила, которая у меня есть. Они все как у 10 мудрецов. И если... Ну, для меня... Не, если бы не я, то глобуса волшебства и 10 мудрецов бы не было. Это неправда, Рена. Все это не твоя вина. Послушай, Клода, кто я такая на деле сама? Я не знаю о себе ничего практически. Единственное... Ну, ты ведь наш друг, да? И ты все еще меня этим считаешь, даже зная правду обо мне? Я ведь родилась на другой планете от вас, и я ведь... Космический пришелец. Ты не глупи. Ну, я тоже на другой планете родился. И какие проблемы в том, что парочка пришельцев подружилась? Ты действительно так думаешь?
Thank you, Claude. Спасибо, Клод. Теперь я чувствую себя намного лучше. Отлично, рад этому. Later, поговорим потом еще как-нибудь, Клод. Man, that must have sounded really corny. Блин, должно быть, это прозвучало слишком банально. Блин, удивительно, проблема высосана из пальцев, конечно, ну да ладно. Она сама-то прекрасно понимает, что Клод как бы землянин. Тоже другой планет, но при этом они подружились, а у нее чуть как бы затык случился в голове. Ну ладно. Так, а северный город не шибко и далеко, да. Так, ладно, я сохранился. Ну, а, кстати, будет дойти до магазина, где камни покупать можно для крафта и аксессуары покрафтить. А вот что клёвое будет. В общем, да, сегодня стрим короткий, был поздно завёл, выработал и хочется отдохнуть, поспать. Попытаться. В очередной раз. Не знаю, как удастся. В общем, на сегодня это всё, а завтра стрима Star Ocean не будет. Да и, в принципе, стрима не будет. Потому что я вернусь очень-очень-очень поздно. Надо будет наушники себе найти. Вот, так что на этом сегодня все. Всем удачи, всем спокойной ночи и увидимся, полагаю, в...